Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о новой функции, которая появилась в Дзен. Это тайм-коды. Что такое тайм-код? Это возможность разделения видео на главы. Вот, хочу показать вам пример. Видео разделено на главы. То есть, если мы вот нажмем на время, мы видим, что это видео разделено на три главы. Это дает возможность людям, которые снимают большие, объемные, содержащие много информации, делить свое видео на главы. Теперь давайте покажу, как это делать. Значит, вот оно, это видео, которое у меня разделено на главы. Сначала выставляются 0 минут, 0 секунд. Это обязательное требование. Если это не выставить, то вся система вот эта работать не будет. Тайм-коды не установятся. Дальше вы смотрите, на каком моменте у вас начинается новый раздел, и вы выставляете это время и подписываете, что вы в этом куске, в этом отрезке времени рассказываете. Ну и также вот, да, несколько этих вот глав вы делите, сохраняете или публикуете, или отложенная публикация. И дальше, когда заходит кто-то на ваш канал, в описании видят временные метки. И вот можно нажимать и переходить в любую часть видео и смотреть непосредственно тот материал, который вас интересует. Всем спасибо за внимание, всем процветания каналов, всем удачи, всем пока-пока!